בוקר טוב, ברג'ם חוק לישראל, פרשת תרומה ליום שני, נפה נזנק, שתיים, שתירי פסוק היסטורי, תורס הצוויסווית בוקבדיו ד' מילויות, שאם אני עושה בשם הבן שלו, נעשה סטלס, בעזרת השם, רוח ספרוש לא שבת, אני רצון שיהיה לימוד גדול משמעת כל הנסתמים, וכרם הרום מולדך בן תמר, שאול בן דבורו, יחל בן נזל, רצחת המסר, רפואת המסר, רפואה שמחה אסתר, בתמרה, רפקה בצרה, גם גברי תורת אגב, אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. בוק סказал משה שטו יברי דרשני פרינסי פרנשניה בטמי, דלה משכנה. אימי פרצ'יסלי נקטרין вчера, פניזלנך, פניזלנך, на воскресенье, сегодня תורה גל אבני שוהם. Это были камни שוהם. Как они переводятся? Ониксы и другие камни. Авне шоам вавне милуим рефон верахошен. Это нужно было так. Авне шоам, скажем, камни шоам и авне милуим. И камни наполнения для эфода и для хошена. Что это эфод? Эфод у Кохена. У Коэн Гадоля был такой фартук, который завязывался спереди. Не наоборот, как у нас сзади. Женщины завязывают, а он фартук был сзади, а завязывался спереди. И у него на двух плечах были камни. Два камня на плечах, и потом надгрудник был, там было 12 камней. Вот эти камни должны были принести. Говорит Раши, а в ней шохам, штай мусульху, шам ле цореха эфот ха амур бивата тецаве. Сколько это было, этих было, а в ней шохам, как по-русски перевели оникс, два камня, которые были на эфоде, как мы безрадочно будем считать в главе тецаве. Милуим, что это милуим, камни наполнения. Альшем, ше осим лахем беззахав, מושב כמין גומה ונותנים האבן שם למלות הגומה קרויים אבני מילואים ומקום המושב קרוי משבצת. Что значит камни наполнения? Для них делали форму, где эти камни держались, поэтому эти камни назывались камнями наполнения. Они наполняли ту форму из золота, которую для них сделали, как сегодня, я знаю, бриллианты вкладывают, чтобы они держались, поэтому называются камнями наполнения. לאפוד ולחושן, אבני שוהם לאפוד, כמו שכמזלי, קמני אפוד, קמני שוהם לאפודה, לאתו פרטוקה, לכהן גדול, לפלאץ', ואבני מילואים לחושן, הקמני נפלנניה, לחושן, את הנדגרודנה, תושטו בילה הוא כהן גדול. וחושן ואפוד מפורשים בבעתה תצווה, והם מיני תחשיב. יתי חושן, יפוד, אני אפיסו את זה בגלבי תצווה, יעני בילי אוקרשניימי, כתורי נדיבל כהן גדול. Следующий пасук. «Веасу ли мигдаш вешаханти бетохам?» «И сделают мне мигдаш, и я буду обитать среди них». В них. Не написано «в мигдаше я буду обитать». И говорит Бог, «Вы сделаете мне мигдаш, но я буду обитать внутри вас». Поэтому каждый человек – это маленький мигдаш. То же самое. Были емкости, прикрепленные. Что под ней, не кармаши, как мы сказали, были такие емкости из золота, в которые они вставлялись, камни держались на плечах. Да, да. Кехоль ашер, поэтому веасу ли мигдаш, веасу ли шми бет кидуша. Что значит веасу ли сделают мне, сделают в честь моего имени. А святой дом, следующий пасук говорит, ура, кехоль ашер, они маре отха, этавнит, хамишкан, этавнит, колькила, вехента асу. Все, как я тебе показываю. Таврит, как выглядел этот мешкан и как выглядели все его принадлежности, так сделайте, так сделают. Говорит он, Раши, так, «Кехоляшаря не мареотха, а кан, это таврит мешкан, а микразе, мяхубарля микраше лемала, хемену веасули, мигдаш, кехоляшаря не мареотха». Он говорит, как я тебе показываю, то есть Бог показал в огненном виде мешкан, все сосуды мешкана для Моше. И это, говорит Раши, связано с предыдущим пасуком, который Бог сказал, сделайте мне мигдаш. Как я вам показываю, так сделайте. Вехента асу ледорот. И так делайте, и так вехента асу, и так сделайте, или так сделают. Что это значит? Ледорот. На будущее поколение. Им ювад эхад минакелим, окшета асу ли, клебет оламим, кегон шульханот умнорот, вехиорот умхонот. שעשה שלמה, תבנית אלו תעשו להם אותם. Поэтому Бог говорит, даже на веки веков, если какой-то из сосудов потеряется,
должны будете сделать так, как сейчас вы делаете в пустыне, как сделал Моше. Или вы построите мне вечный дом, это Бет Амикдаш, то стол, менорот, умывальники и все, что там сделал Шломо, должно было сделать так, как было сделано здесь, как было показано здесь. ואם לא היה המקרא מחובר למקרא שמעלה עמנו, לא היה לו לכתוב וכן תעשו. И говорит Раши, если бы этот пасук не был продолжением предыдущего пасука, не нужно было писать и так сделайте. Эла кен тасу. Почему написано вехен и так сделайте, а не кен тасу? Я медабер аласият ойл муэд бекера. Поэтому было бы сказано только о том времени, когда делал Моше. Но так написано вехен тасу, и так будете делать. Это имеется в виду на все будущие поколения. Вот так, это было такое чудо, да, хахамин говорят, что это было, то, когда мы дойдем, там поговорим, Бецалель, что он был такой искусный ювелир, да. Ювелир, мастер, и люди, которые работали с глиной и с кирпичами, вдруг сделали такие изящные вещи. Веасу арона цешитим, аматайм вахетси орко, вама вахетси рухбо, вама вахетси комато, и говорит Тора, и сделают арон, шкаф, из дерева щитим, акации, 2.5 локтя длина, 1.5 локтя ширина и 1.5 локтя высота. И говорит Раши, асу арон, кемин аронот ше осим бело раглаем, асуим кемин аргас ше курим ишкирин йошев аль шулав. Что это за арон? Он говорит, как ящик делают без ног, простой ящик. А когда мы хотим его поставить, он на земле, на стол, куда бы мы его ни ставили, мы ставим на его дно. Эти размеры, наверное, были приблизительные, потому что разные смотрели, разные длины. Не, были точные. Интересно, говорите, сегодняшний лист трактата Псахим, 86-й, там написано, что на Бет-Амикдаше были ама, размеры, которыми измеряли материал. Теперь, обычно мы сказали, ама это от локтя до конца пальца. Там были две отдельные палки, одна была длиннее обычной амы на пол пальца, вторая была длиннее на один палец. Хахамим говорит, почему? Он говорит, потому что когда портные берут что-то, они когда измеряют, они, им надо 5 метров ниток, они говорят, мне нужно 10. Здесь так они зарабатывают. Но так как это был Бет-Амикдаш, там нельзя было воровать, или там нельзя было использовать для себя. Поэтому им изменяли уже чуть-чуть большими размерами. Для того, чтобы то, что осталось, осталось. Это не считалось для них, что они использовали святости для себя. То это Тора на сегодня. Новина сегодня. Мы продолжаем о том, как рассказывается в книге Мелахим, первая книга Мелахим, 6 глава, как Шломо строил Бет-Амикдаш. Связь с нашей главой, автором Лобарис. Какая связь? Моше строил Мишкан, Шломо строил Бет-Амикдаш. Поэтому говорит дальше Нави так. Ваяас лабайт. А? Нет, зачем Мишкан? Мишкан это было временное жилище для Всевышнего, если можно так сказать. Бет-Амикдаш постоянное. То написано, мы не успеваем. Да. Здесь заранее уже предусмотрел, что Шломо делает Бет-Амикдаш, без раташи. Захор будем читать. Вифселу бне Шломо. Да, Захор мы читаем. Ну а вторая к этой недельной главе про Шломо. Мелахим, первая книга Мелахим, конец 5, начало 6 главы говорит так. Вифселу бне Шломо вне Хиром, вагивлим, вяхину хайцим, вааваним ливнот хабаит. Вчера мы сказали, что Шломо взял 30 тысяч человек для того, чтобы вырезали камни из гор и строили Бет-Амикдаш. Говорит Нави, и строители Шломо, и строители Хирама, и Гиблим вырезали их и приготовили камни, яхину айцим, бревна и камни для строительства Бет-Амикдаша, для строительства дома, дома Всевышнего. Что написано в Ивселю? Ваяхцеву бехарим. Говорит Раши, выбили их из гор. ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל וארץ מצרים בשנה הרביעית בחודש זיו וחודש השני למלוך שלמה על ישראל ויבן הבית לאדוני איבילה 480 году после выхода евреев из Египта. То есть через 440 лет, когда евреи пришли в Израиль.
Через 480 лет по выходу евреев из Египта, в четвертый год правления царя Шломо, в месяце Зив, это второй месяц, начал он строить дом для Всевышнего. Говорит Раши Беходеш Зив. Что это за Ходеш Зив? Это Ходеш Ияр, который после Нисана. А Ходеш Ашени, Нисан Рош Ашана, Ла Ходешин. Нисан, он глава новых месяцев для года, а Ияр второй за ним. Дальше говорит Нави. Вехабайт, ашер бана амерах шлома, ладунай шишим ама орко, ве эсрим ама рухбо, ушлушим ама комато. И дом, который построил Шломо для Всевышнего, длина 60 локтей, ширина 20 локтей и высота 30 локтей. והעולם על פני חל הבית 20 אמה אורכו על פני רוחב הבית 10 אמה רוחבו על פני הבית. И там есть, можно сказать, такой был при входе как балкон перед домом, перед этим Бет-Амикдашем 20 локтей в ширину, как была ширина этого здания, и 10 локтей в длину перед Бет-Амикдашем. Добавочный, да, это? Ну, как терраса была, да. Теперь, почему небольшой, такие размеры, которые дал. Дальше мы посмотрим на сегодняшнем листе, тоже говорит, что все, что построил Шломо, это было передано Давида Мелеху, Шмуэля Нави, и написано там, все, как Шломо построил, это была запись с небес. Передали. Чертеж архитектора, если можно так сказать, с небес, и так они построили. Сейчас мы построим, посмотрим, что здесь объясняется в Китуви. То есть пророку, значит, началось с царя Шмуэля, да? Шломо. Шломо с пророка Шмуэля. Но он и царь был, нет? Нет, нет. Шауль был царь, он повал на царю. ובתוך אחים יחלוק נחלה. Сказали, что мудрый слуга будет править опозоренным сыном, и он унаследует ему унаследует наследство среди братьев. Что это значит? Говорит Раши: Эвед маскиль Невухаднецер, альши искиль лифсоа, гимель песиод лихводо шел Акадош Барух Ху. Машаль Бейсраэль, шоу шиву маасэхэм, вехалак нахала лэайнэхэм. Кто это? Смышленый раб, мудрый раб, это Невухаднецер, у которого было достаточно понимания, чтобы пройти три шага в честь Всевышнего. И поэтому он удостоился того, чтобы править еврейским народом, дела которого были неправильные. И тогда он удостоился наследства в земле Израиля прямо перед их глазами. Как объясняет здесь Навуходнецар, «Шейски лицод, шелош псиод, лихвода кадош барху, захалим шолм Исраэль, шемаасэм мебишим вераим веяраш эт нахалатам». Как мы сказали. То дальше. מצרף לכסף וחור לזהב ובוחן ליבות אדוני. Всевышний он מצרף. מצרף это печь, в которой плавят серебро. И печь для золота. Так говорит Всевышний, проверяет сердца людей. Говорит Раши, מצרף וכלישי שורפים בו כסף. Мы сказали, это печка, в которой сжигают серебро. ובוחן יודע מחשבותם. Что значит проверяет сердца людей? Он знает мысли людей. אם הכסף והזהב מזקקים וצורפים בחור החיתוך, אומר, יש זולת סריברו, עצישה את, רזגריבה איך, ותפיצ'י,
אך את הלבבות, רק הקדוש ברוך הוא מזקק ביודע מחשבות הסרצה הזה, עד ששאי תולכה סיבישני, און זנא את מיסלי, כתור נחויצה בסרצה שלווקה. דש גד שלומו, מירה מקשיב על שפת אבן, שקר מזין על לשון הוות. Грешный говорит, обращает внимание на грешные уста. А обманщик лживому языку. Что? Сейчас посмотрим. Мера раша. Макшив мекабель. Лашонара. Мезин маазин вешомея. Слушай. То он говорит здесь так. Хараша мекабель лашонара. Вейде шекер. Раша злодей принимает лашонара. Слушает лашонара. И лжесвидетелей. Вяшакран шомея лешон мирма. А обманщик слушает, когда врут. Когда врут, когда обманывают. И следующий посуд говорит. Лоэг лараш херев осеу самеях леэд лоинаке. Он говорит, человек, который смеется, издевается над бедным, он оскорбляет Всевышнего. А тот, кто радуется страданием, не будет очищен. Леэд лецарат хаберу. То есть, когда он видит, что его сосед страдает, а он радуется, он не будет очищен. Халоэг ле ани мевазе такадош бархуши аса ото ани. Человек, который смеется над бедняком, ну что ты такой, да, позорит его, он как бы позорит Всевышнего, который сделал этого бедняка бедным. Весамех лецарат хаберу, а тот, кто рад страданием своего ближнего, софо шелой на кемизе, в конце концов он от этого не очистится, ве афалав того цара, и к нему придут эти страдания. Он не воскрес. То посмотрим. Это новина сегодня. Мишна на сегодня, на трактат Шаббат, глава 19. Говорит Мишна так. Первая Мишна говорит так. Раби Элиэзер умер, им ло хеви кели. מערב שבת מביאו בשבת מגולה ובסכנה מכסהו על פי עדים. Говорит, считает Раби Элиэзер так. В шаббат, когда можно что-то делать на шаббат, мы с вами проходили это тоже на трактат Псахим. Раби Элиэзер говорит, все, что можно делать, нужно делать в шаббат, можно делать. Например, человек забыл принести ножик для обрезания. Имеет право, говорит Раби Элиэзер, принести его, то есть забыл принести его до шаббата в синагогу оставить, имеет право принести его на шаббат даже по общественному владению, по улице. Мегуле открытым. Почему? Потому что для дела. Он говорит, открытым должен вот так нести. Показать, смотрите, ради обрезания можно нарушить шаббат. Так что, Аллаха не так, мы сейчас посмотрим. Так считает Раби Элиэзер. Вот. Поэтому, когда это мы несем, когда евреи властвуют. Но если есть сакана, когда есть сакана, что гои, которые правят, запретили делать обрезание, так он не может так носить. Мехасеу, он покрывает этот ножик обрезания. Альпи эдим, среди свидетелей. Закрывает, но перед тем, как его вынести, он, свидетелям он показывает, что это ножик для бритмила. Это первое мнение, это нож для бритмила, чтобы его не заподозрили в том, что он носит другие вещи. Дальше он говорит, «Ве одама Раби Элиэзер». Еще сказал Раби Элиэзер, слушайте, что сказал Раби Элиэзер. Если, говорит, не было ножа вообще теперь, это если был нож, они его принесли. А если не было ножа вообще, считает Раби Элиэзер, «Кортим эцим ла асот пехамим ве ла асот барзель». «Ве ла асот барзель». Раби Элиэзер говорит, в шаббат можно срезать дерево, из него сделать угли. Из этих углей растопить печь для того, чтобы расплавить железо. И из этого железа сделать нож для того, чтобы сделать обрезание. Это вот в один шаббат. В один шаббат. Что это вас касается? Это какой-то рабай говорит. Что это? Эй, не какой-то рабай, Раби Элиэзер. Это был... Неправильно. Не нервничай. Спокойно. Поэтому Раби Элиэзер говорит, Раби Элиэзер мнение такое, все, что необходимо сделать для мицвы, вот эту мицву можно делать на шаббат, можно это делать на шаббат. Как мы сказали, Корбан Песах, то же самое Раби Элиэзер считает, Корбан Песах перед шаббатом, нету ножа, можно сделать нож. Почему Корбан Песах шаббат отодвинул, Брит Мила шаббат отодвигает, все, что необходимо сделать.
Но, говорит Мишна дальше, «Клал амар Раби Акива». Но правило нас научил Раби Акива, который не согласен с Раби Элиэзером. Сказал он так, «Коль мелаха шеэфшал асота меэрэф шаббат, эна дохайта шаббат». Сказал Раби Акива, «Все, что можно было сделать до шаббата, из-за этого нельзя нарушать шаббат. Она не отодвигает шаббат. Поэтому это дерево, этот ножик, все это можно было сделать до шаббата, расплавить, выковать это. Можно сделать до шаббата, на шаббат это делать нельзя». Шеевша ласот, ласота, мэрев шаббат, эйна духа это шаббат. Веешь, как мы сказали, все, что можно было сделать до шаббата, из-за этого шаббат нельзя нарушать. Вешеевша ласота, мэрев шаббат, духа это шаббат. Но то, что до шаббата нельзя сделать, как, например, брит выпал на шаббат, могу его в пятницу сделать? Нет, конечно. Нет. Поэтому, так как, ну, надо делать брит на восьмой день. Да. Восьмой день шаббат, поэтому я имею право из-за этого нарушить шаббат тем, что делаем обрезание. Кровь нельзя выносить на шаббат. И так далее. Но, как мы сказали, поэтому Аллаха не идет как Раби Элиэзер, Аллаха идет как Раби Акива, что все, что можно было сделать до шаббата, человек должен сделать до шаббата. Если не сделал, то все это шаббат не отодвигает. А то, что нельзя сделать до шаббата, шаббат отодвигает, и мы исполняем мицву, которую должны исполнить в этот день. То дальше без рата Шем продолжим вечером. Баруха Адонай ле Олам. Амен ве амен. Да.